В доме раньше всех встает бабушка. Вслед за ней остальные, и тут поднимается такой гвалт, что и я просыпаюсь. Но лежу смирно. Глаза зажмуренные. Жду, когда наконец хлопнет дверь, и бабушка скажет: «Ну, слава тебе, Господи!» Это означает, что все ушли, и дома остались мы с бабушкой. Как же я заспался. Часы меня побаиваются. Ах, как я ловко научился вылезать. Уже не нужно ждать, пока меня вытащат. А вот ты где. Я сегодня иду на день рождения. Не веришь? Ребята сами сказали, что возьмут меня. А тебя не возьмем. Не возьмем и не проси. Кушать хочется. Я сейчас чего-нибудь съем и быстро вернусь. А где мое молоко? Я же вчера здесь оставил. Нет, пожалуй, здесь. Смотри, мука. Ай-яй-яй, потом позвоню. Все перевернул. Ну что ты делаешь, бессовестно? Да еще как ерепенится, вот тебе. Ах, этот веник вечно суется в чужие дела. Вот ушла бабушка, я тебе сейчас покажу. Смотри, что я с тобой сделаю. Ой, мамочки, чего орешь? Чокнутый. Ой, сколько дождя. Водой, наверное, все залет. Вплавь походим. Интересно, умеет ли бабушка плавать? Дети вернулись. Ой-ой-ой, да что же это такое? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что вы натворили? Вытирайте ноги. Вытирайте ноги, вытирайте ноги. Успеете, успеете. Успеем. Ладно, ладно, идите.
Как, Гачи? Да, так и надо. Хорошо, хорошо, хватит. Что с тобой? Не взяли. Обманули. Ну, погодите же. Я знаю, что я сделаю. Не играть не буду и молока пить не стану. Я отсюда никогда не вылезу. Ну что, малыш, обидели? Ничего. Вот когда дождя не будет, тогда и пойдете вместе. А сейчас иди спать. Во сне я слышал, как они вернулись. Тихо меня ласкали. Потом взяли на руки и осторожно уложили в мой ящик.